Итак, 10 мая. Лето в Новосибирске, лето. Так, время пошло. Минут пока все идет все нормально, продолжаем, значит, люди на там, наверное, все на меня как на безумного смотрят. Вода уже реально стала теплая. Вон, дети даже уже купаются. По идее, я бы, наверное, думаю, я бы и час бы смог бы осилить. 20 минут уже! 20! Минут, все. Окей, попробую еще маленько. Еще 3 минуты проплавать надо хотя бы. Через 20 секунд. 30 минут. 30 чуваки. Есть. Офигенно. Опять это чувство. Оно вообще просто неконтролируемое. Абсолютно никак. Его реально невозможно контролировать. Все, я уже стал себя приходить обратно. Ну, 30 минут в начале мая, это правда неплохо. Я считаю так.